Почему они не стали рассказывать какую-то историю, связанную с Мстителями или еще монтаж. Кем-то? Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто дипфейк? Вам конец всем! Да, я вас, да, мы знаем. Я вас закопаю! Дипфейк! Слышите? Не дик, а дип. Дипфейк. Это когда лицо заменяет. Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Я не хочу... Где там? Где там звук? Авторское право, чтобы не прилетало. Там музыка играет. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Я вас закопаю! Слышите? Если бы не эти грязные детишки, все бы получилось. Как в Скуби-Ду. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его. Я понял, что музыка здесь лишняя, потому что она явно не написана для игры. Поэтому ее нужно отключить. Вот теперь нормально. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Арна Дэвиса тоже помнит, да? Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важный урок. 4 недели спустя. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я да, вас... мы знаем. Я вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Хорошая, хорошая концовка. Будет ли какая-то сцена после титров? А, ой. 4 недели спустя. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, мы знаем. Я вас закопаю! Слышите? О, авторские права на финалочку прилетели. Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем. Капец. Капец. Капец, круто. Мне понравилось то, что она сдохла. Бля, простите, но... Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. Я конец. Вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он... И все? Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. Я вас закопаю! Слышите? Дипфейк. Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и... Если это концовка, то первая часть в плане сюжета была лучше. Сейчас посмотрим дальше. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. Я вас закопаю! Слышите?
тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Высшая жертва, приз получен. Угу. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите дипфейк? Меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. А, я вас закопаю! Слышите? Плюс авторские права. Все так. Люблю компанию. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга. Сдал его и Робсон. Ой, Майлз живой, слава богу. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. А можно без АП? Думаю, из этой ситуации мы все вынесем вас. Может, там и не было бы копирайта, фиг его знает. Но вначале там реально офигенная музыка. И без музыки это все выглядит непонятно как. Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. А, я вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Кригер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга. О, котик, котик. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важный урок. Вместе мы сильнее. И здорово, если у тебя по соседству живет Человек-паук. Классно выглядишь, Элли. Вот это, блядь, серия, да? Вот это меня, конечно, сгорело. Но я не знаю, но серьезно. 4 недели спустя. Давайте, покажите, что она живая, давайте. Это просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Да-да, глубинное лицо, все правильно. Вам конец всем! Вам всем пизда, да. Ой, какой звон. Слышим, не ори, нахуй. Ой, музяка пошла! Ой, бля, музяка пошла! Ой, музяка пошла! Ой, бля, ну нельзя эту музяку включать! Айрон Дэвис, он же бродяга, и сдал его и Рокс. Я прочитаю вам, чтобы забить музыку. Дэвиса посадят, но может не на весь срок. Потому что не надо сажать. Думаю, из этой ситуации мы вынесем важный урок. Вместе мы сильнее. Нормально, все правильно.